Вопрос. Кто из современных женщин-исполнительниц вашего жанра, не совсем вашего жанра, для вас важен? Как бы на кого вы обращаете внимание, там, смотрите, что у него или у нее вышло? Ну, не ее, у женщин. Вот интересно. Именно исполнительниц или авторов? Нет, ну, авторов-исполнителей, я имею в виду, конечно. Те, кто в вашем жанре работает. Да, вот в нашем жанре кто работает, и вообще мы не работаем в нашем жанре. Ну, хорошо, пишем, мы отдыхаем. Мы, да, мы отдыхаем. Ну, я отмечу, конечно, Юлию Тиуникову, Александру Арбатскую, Йоли Сахно, я вспоминаю. Для вас важные люди, да? Да, это для меня важные люди, это коллеги, я считаю, по цеху. И нас не то чтобы много, у нас очень много разного, в то же время что-то общее все-таки присутствует. Я боюсь кого-то забыть, извиняюсь, конечно. Есть замечательная певица Алиса Тен, но она, правда, не пишет. Я очень жалею, что она не пишет. А, кого еще можно отметить? Что тебе не нравится? Это большой нужен в списке. Я имен-то их не знаю, кто мне не нравится. Женщина со Спайдермен. У нас недавно возник вопрос. Я впервые слышу это от человека, от исполнительницы. Потому что до этого я слышал только восторженные отзывы. Она спросила, ну почему же всем нравится Земфира? Говорю, о, вот для меня это самый ненавистный персонаж на нашей сцене. Вот. А почему никого не возникает вопрос, почему такие ужасные песни могут нравиться такому количеству людей, и почему это никого не вызывает недоумения? Давай там убьем соседей, еще что-то такие замечательные.